Новости Богородского района. Богородская43.ру. Дорогие друзья, приношу вам огромные свои извинения в связи с тем, что я опубликовал материал по деревне Мухачи, сделана новая дорога. Оказывается, асфальтоукладчик, который стоит здесь уже вторую неделю, сломался. Какая-то проблема у него с электрооборудованием. Ну, наша страна настолько в этом деле не понимает, что до сих пор ее никто не может сделать. И когда сделает этот асфальтоукладчик, мы, наверное, пока еще точно не знаем. Ну, постараемся вам рассказать, как появится все же новый асфальт в Мухачах. А пока вся техника стоит на приколе. Россия, одним словом.